ты не боишься это? Жиробосом стать? Не. Это она обедает так. Обедает. Ну да ладно, тема нашего видоса. Сегодня очередная посылочка. На этот раз не с Озона, а с Алиэкспресс Гонконг. Вот этот черный пакетик, он что-то почему-то порезанный. Ну, вот она, видимо, начала его тут вскрывать. Это посылочка из Китая, Гонконг, знаете ли, с Алиэкспресса. Сейчас магия кино. Мы перемещаемся на компьютер, на запись экрана. Что мы заказывали? И бц! Бц! Вот и бц! Вот и переместились мы на экран. Смотрим, так сказать, ожидания. Картинка с Алиэкспресса. Так, что это такое? Костюм для косплея. Ну да. Сексуальный, женский, бла-бла-бла-бла. Костюм для косплея. Вот такой черный. Вот ожидание. Вот он такой. Идем дальше. Винтажная юбка принцессы. О! Вот она так выглядит на картинке. Вот так, вот так, вот так. Так, так. Ожидание. Дальше идем. Корейская кружевная блузка. Тик. Беленькая. Белая. Вот она так выглядит. Такое ожидание у нас. И... Так, что это такое? Женский укороченный шифоновый топ. Топик, короче, вот этот топик. Только вот если мне память не... Да, вот такой вот заказывала она. Красный. Вот все эти ожидания. Там еще будут гольфики, по-моему, чулочки, носочки. Но здесь то ли я уже удалил из кабинета алиэкспрессовского, то ли что, в общем, не нашел я что-то уже вот этого заказа. Но это не суть, важно, это мелочи. Вот ожидания вот такие. У нас там, я видел, кстати, буду говорить, я вставлю тут, значит, как выглядит. Нет, я там уже вставлять ничего не буду. Вот сейчас мы... Давайте посмотрим, как это все дело выглядит. Сейчас опять переключимся на нашу, так сказать, суперкухоньку. Или как сказать, какие такие дорогие... Апартмент. Во-во-во. Переключаемся туда. Продолжаем распаковывать, смотреть. А затем это все будет мини уже... показывать, как в реальности это выглядит. Вот и получится ожидание FC реальность. Ну вот, мы посмотрели ожидание, а теперь будем смотреть реальность. Ребята, я отодвину твой обед маленько, чтобы он не мешал. Будем смотреть реальность, что пришло. Давай вскрывай. Вскрывай, чего уж там ляпи. Не будем забывать все-таки, что это Китай и это Алиэкспресс. Погода продолжает стоять обалденный октябрь. Воу! А там еще три пакетика. Еще три пакетика. Боже ты мой. То есть три пакета в одной посылке, да? Да. Вот пакетик. Ну давай, вскрывай. Я спецом избегаю всяких дебильных слов-то. Анбоксинги. Как бы скрытие. Скрытие. Слушай, новый тренд. Никаких анбоксингов. Теперь это называется вскрытие, ага, пациента. И вот она вскрывает. Так, смотри. Это что, блин, такое? Не знаю. Это что, замарли? Ну да, открывай, не томи. Что там такое? Брелочек. Брелок, давай, вскрывай. Тебе брелок пришел с Китая? В России мало? Нет, это подарок от продавца. Ах, подарок от продавца. Понятно. Я читала в комментариях, что иногда продавец кидает вот такие вот брелочки на языке. Это вот сережки, походу? Да.
Вот это вот. И какой-то брелочек. Ну, брелочек говорит о чем, ребята? Я тут параллель увидел. Брелок. Видите, какая талия у этого Мишки? Торт. Торт. Брелок. Взаимосвязь, вы видели? Так, давай, показывай. Это какая-то прозрачная... Ё-моё. Блузочка. Ну, передом покажи. Вот. Ты, значит, встань, вот так на себя примерь. Вроде бы вот так, наверное. Солнышко в окошко дает блики. Вот такая блузочка. Мне нравится такая блузочка. Вообще все вижу. Блин. Да. Все, ладно, это блузочка. Давай вот куда-нибудь убираю в сторонку пока. Да. Смотрим дальше. Ребята, зеленый пакет или какой-то бирюзовый? Пакетик чуть с дырочкой. Я в конце видео скажу, для чего это, как это и что из этого будет. Смотри, там не прорежь. Чё, не томи. Неужели стакан для самогона, а? Нет. Юбочка. Это юбка? Моя юбка. Юбка? Или что? Или платье? Это такая юбочка. Ага. Только она мятая вся. Ну, само собой, из Китая шла. У тебя отпариватель-то же есть в этом, на театре у нас есть. Там, в студии. Она длинная, такая жесть. Ну-ка вот сюда вот, попробуй встать, а? Чтобы солнышко падало на тебя посветлее, чтобы было. Ага. Так-то она идет. Слушай, она тебе длинная, наверное, будет, да? Ну зачем такой размер-то взяла? Тебе поменьше. А это самый маленький. Ну, я не впечатлен, какой-то, знаю, материал какой-то такой фуфловый. Рубашки вот у нас в России из такого материала продают. Она тяжело смотрится. Ну ладно, это предварительно. Ладно, хорошо. Окей, дальше. И последняя. И последняя. Стакан для самогона, хоть бы стакан для самогона, хоть бы стакан для самогона. Сборно-разборный стакан для самогона. Лего стакан для самогона. Стакан для самогона, стакан для самогона. Не, слишком плоский он, наверное, закусь. Закус для самогона, закус для самогона. Закус для самогона. Прям как будто молишься. Да. Вот мы посмотрели сейчас на компьютере, как это выглядит на картинке. Вот как это выглядит на реале. Вот такая вот штука. Ну, через телевизор, через компьютер, может, она и будет смотреться как-то. А вот так она смотрится как-то, вот, знаете, бедновато как-то. Хотя дуракам полдела-то, конечно, не показывает. Итак, это что? Никак не вытащит она. Ну ты не торопись, ну куда нам торопиться-то? Так. Что это? Кофточка. Ну давай, вставай, иди опять сюда. Вот такая вот кофточка. Угу. Это вот такая вот кофточка. Да. Ну что? Из всех мне больше всего понравилась кофточка. Вот это. Друзья мои, смотрите в следующем видео. Как Мини примеряет все это уже будем в студии делать там. И как на ней все будет сидеть и как будет смотреться. А-ля секси или а-ля фуфло. Ой, она полупрозрачная. Полупрозрачная. Жесть. Ну все. Вот такой обзорчик на сегодня закончен. Бай-бай всем. Пока-пока. Ждите следующего видео. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Да, забываешь ты слова. Да. Комментарии пишите, пожалуйста. Подрищивайтесь на канал. И все. Удачи всем. Пока. Следующее видео будет жарким. Особенно с прозрачной кофтой. Ждем-с.